Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, и я Вика. Сегодня мы вяжем такой капюшончик, он не капюшончик, в облипочку, как балаклава, девчонки, такой в обтяжечку, не свободный, ну, как мы привыкли, а именно, ну, так сказать, тепленький. Вы его, конечно же, можете использовать и на детский, заменив спицы, вернее, поигравшись с плотностью вязания. Значит, что хочу сказать по пряже. Давайте ориентироваться. Эта пряжа, конечно же, опять же, вы ее не купите. Это махер в 100 граммах 600 метров. Можете заменить на любой махер, девчонки, любой махер. Я вяжу в 3 сложения, это значит, что плотность моей нити, вернее, длина моей нити 300 метров в 100 граммах. Все, Ализе Ангора Гуд, Ализе Реал 40 тоже подойдет. Реал 40 даже в 2 сложения будет отлично. Любая другая ниточка ориентировочно на эту плотность. Спицы я использую 5 мм. И плотность моего вязания 16 петель в 10 сантиметрах. Вот это в ширину. Высоту я особо не парюсь. Значит, основной узор у меня полупатентная резинка, вот так вот она, это лицевая сторона, но вяжу я ее с изнаночной стороны, чтобы было удобнее. Вяжу в одном размере, девчонки, потом по ходу буду объяснять, где увеличить, где уменьшить. Но эта вязка, вот смотрите, она достаточно эластичная, поэтому, я думаю, она потянется, и можно уже по своей голове корректировать. Начать можно так, как у меня. Если детский, то для детского, кстати, у меня есть хороший мастер-класс такого шлема детского, да еще и с подкладкой. Значит, что давайте, вот я начала уже. Значит, набрала я 80 петель, это в круговую 50 сантиметров. То есть 25 вот так вот сложено вдвое. И давайте узор я вам сейчас. Первый ряд узора. Это резинка 1 на 1. Итак, первый ряд. Резинка 1 на 1. Одна лицевая, одна изнаночная. Так, начало, конец ряда вы можете отметить маркером, чтобы не путаться. Видите, я не отметила и уже немножечко потерялась. Так, вот он, мое начало ряда, видите, по ниточке определяюсь. И второй ряд. Второй ряд мы вяжем на петлю ниже, ой, на ряд ниже, не лицевую вот так вот, а дырочку под петлю. Я очень часто использую этот узор, либо полупатентный, либо патентный. Изнаночную провязываем обычно, лицевую под петлю, изнаночную обычно. Вот так до конца ряда по кругу. Итак, так у нас выглядит узор. Вяжем этим узором высоту 13 сантиметров. 13 сантиметров это у нас 34 ряда. Далее мы будем делать сокращение в 4 местах. Будем провязывать по 3 петли. Каким образом? То есть здесь мы связали низ манишки. Она у нас вот такая вот. И теперь, смотрите, провязываем 3 петли вместе. Лицевой. 1, 2, 3. И считаем далее и вяжем по узору 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20. То есть все вот это, эту часть мы разделили на 4 равных части, которые у нас по 17 петель и 3 петли провязываем вместе. Провязали. Снова 3 петли вместе я повернула петлю, 3 петли вместе лицевой
И считай, отсчитываем вместе с этими 20 или 17 еще между ними. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19. Ой, уже за 17 нужно. Потому что я не считала вот эти три. Снова 3 вместе и 17 провязываю. Два, три, пять, шесть, семь, восемь, десять, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17. И последний четвертый ряд. 3 вместе. И 17 провязываем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. И вот оно было наше сокращение 3 вместе. То есть мы прошли один круг. Теперь один ряд мы провязываем по узору, то есть на ряд ниже, без изменений. То есть здесь у нас ряд получился на 8 петель меньше. Мы сократили 8 петель. То есть сейчас у нас 72 петли. 72 петли. И я вяжу ряд. Там, где 3 вместе, я просто провязываю лицевой. Где нормальная была лицевая, то вяжу по узору на ряд ниже. Так, круг я провязала, девчонки. Вот он мой круг. Теперь я делаю то же самое. Снова по 3. Еще раз. У меня будет по 3 петли. На этот раз у меня будет между ними по 15 петель. Значит, 3 петли вместе лицевой. И далее по узору 1, 2, 3, 4. Вот они, два сокращения наши. Итак, 4 раза. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И вот, видите, снова сокращение. 3 петли вместе лицевой и 15 между ними. Лицевой. Так, и последний раз 3 петли вместе лицевой. И далее, девчонки, далее мы вяжем, нам нужно вот этот сектор, это у нас пошло на плечики, а здесь нам нужно на горлышко, такой обтягивающий сектор. Поэтому мы дальше переходим на резинку 1 на 1, просто вяжем лицевая и изнаночная, чтобы провязать вот этот участок, где у нас будет горло. Вот. По горлышку, вот все. Здесь у нас как бы нужен, должен быть ряд, который у нас подряд, но мы вяжем резинкой 1 на 1. Так, провязала я, девчонки, сейчас скажу, сколько рядов. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 рядов. Ширина сейчас у меня здесь
было 25, стало 16 сантиметров ширина, а высота этой части у меня 8 сантиметров, 18 рядов, 8 сантиметров, 18 рядов. Теперь я ничего не делаю, кроме того, что меняю узор. Просто теперь снова вяжу полупатентным, через ряд вяжу лицевую петлю под ряд. Вот тем самым оно расширится, да, но петли я не добавляю, только за счет смены узора. То есть сейчас после 18 рядов резинки 1 на 1 я вяжу пышную снова под наряд ниже. И продолжаю. Там у меня где-то 5 сантиметров. Так, смотрим, значит, провязала я 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16 рядов. Так, и в сантиметрах это у меня 6 сантиметров. Так, значит, здесь у нас 16 рядов. Думаю, надеюсь, вам видно. 16 рядов. 6 сантиметров. А я думаю, как это так получилось, такая разница, да, это же резинка здесь, а здесь полупатентная. Все нормально. Теперь мы будем делать, это у нас вот здесь вот, разделять на, беру вспомогательные спицы, сейчас провяжу центральные петли и переодену их на вспомогательные спицы. Значит, здесь у меня 'зацепилась' последняя петля, маркер. Значит, сейчас я провязываю 1, 2, начала ряда 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, значит, смотрите, нам нужно начать вот эти вот петли. Так, это вот так вот у меня 8, а это уже ушло в ту сторону. Ну, не важно, нам нужно, чтобы начиналось и заканчивалось. Лицевой петлей 9 я провязала. Значит, теперь я их снимаю. 1, боже, там не сюда, переснимаю. Провязала просто этой спицей, потому что она пятерка, а это тройка. 4, 5. 6, 7, 8, 9. Так, смотрим. Нормально. Значит, эти 9 петель я оставляю на вспомогательной спице. То есть здесь у меня 9 петель остались. Их мы потом в обвязке будем использовать. И теперь я буду вязать поворотными рядами. Очень важно, чтобы вот эту процедуру вы делали. Сейчас вот эту лицевую провяжу, потом она будет изнаночная, кромочная. В том ряду, где вы вяжете наряд ниже, чтобы следующий поворотный ряд у вас был просто по узору. Вот, чтобы вам было легче. То есть это делается в том ряду, где вы вывязываете узор, то есть вяжете наряд ниже. Так.
Так, довязала до конца ряда последняя петля изнаночная, кромочная. Теперь поворачиваемся, эти петли у нас остаются здесь, и вяжем, ну, так сказать, лицевой ряд, ну, поворотный. Здесь мы вяжем его просто резинкой, как и тут. Ну, в принципе, то же самое. Так, провязала я этот ряд, и начиная с третьего как бы ряда, мы будем делать сокращение. Значит, 1 петля, 2, 3, 4, 5. Цепляю маркер. После этих 5 петель провязываем 2 петли вместе изнаночные. Далее по узору не довязываем 7 петель до конца ряда. Сделаем то же самое. Эту процедуру мы будем делать. В каждом лицевом ряду, в том, в котором мы вывязываем этот узор. Ну, он, соответственно, может быть и изнаночным, так как шапка у нас двухсторонняя. Нам нужно оставить 1, 2, 3, 6, 7. Так, провязываем 2 изнаночные, цепляем маркер и вяжем 5 петель после маркера. То есть эти 5 петель у нас будут неизменны. То есть вот эти 5 петель у нас неизменны. Мы все время будем провязывать 2 вместе вот здесь вот, после маркера и перед маркером. То есть здесь у нас будет вот такой вот вырез. Сначала 5 петель, потом сокращение. 5 петель, потом сокращение. Сколько их будет, я вам скажу. Сейчас я вяжу. То есть в том... Сейчас я вяжу четвертый как бы ряд без просто резинкой в нечетном ряду, в пятом я снова делаю. Ну, то есть в каждом нечетном ряду мы делаем вот эти вот сокращения. Так, значит, 6 петель, 6 раз я сделала эти сокращения. Значит, 6, это 5 петель. 6 раз по одной петле, 6 раз по одной петле. И теперь мы вяжем все оставшиеся петли ровно. Это у нас вот такой вот поворотный ряд получается. Сейчас я вам покажу, как это выглядит вот таким вот образом. Это выглядит. Сейчас я вот эту вот часть вяжу ровненько, просто ничего не делая. Так, девчули, что у нас, где мы здесь? Значит, смотрите, после сокращения я провязала 20 рядов. Вот. Здесь вот ровно 20 рядов. Сантиметры. Сантиметров. Это 8 сантиметров. Вообще у меня здесь вот сейчас, давайте я вот сейчас измерю, это у меня 15 сантиметров здесь вот от начала выреза до этой точки. И сейчас мы будем здесь добавлять петли, то есть закруглять этот наш вырез. Каким образом? Очень просто.
каждом вот этом нечетном ряду, где мы делаем узор, мы после кромочной добавляем петлю из протяжки. Сейчас у меня лицевая, я достаю лицевую. Будет изнаночная, будет изнаночная. Да ладно. В каждом лицевом ряду, нечетном ряду, в начале и в конце. Четный провязываем без изменений. И штук 5 петелечек мы таким образом добавим. Я думаю, не больше. Ну, возможно, 6. Как в начале сократили, так и добавили. В конце тоже из протяжки добавляем петлю. Теперь ряд вяжем без изменений и в следующем ряду делаем то же самое. Так, все-таки я добавила по 6 петель, девчонки. Вот так вот выглядит сейчас вот эта вот заготовка. Смотрите, пишу вам 6 раз по одной петле, 6 раз по одной петле. А теперь что мы будем делать? То есть, значит, здесь у меня было 43 петли оставалось после сокращения. Теперь у меня, да, 55 петель. Здесь у меня сейчас по кругу, вот, в конце 55 петель после добавления. Здесь было после 43 перед добавлениями, то есть после вот этих убавлений 43 петли осталось. Так, и теперь что я буду делать? Теперь я буду вязать так называемую пятку. Ну, пятка у нас будет не такая, как всегда, поэтому смотрите, что мы отделяем средние сзади, вот именно сзади мы отделяем средние 17 петель. Для этого провязываем 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Так, это одна сторона, как пяточка, девчонки, у нас. Вот все наши 55 петель. У нас здесь 19, здесь 19 и по центру 17, которые мы вяжем. Так, значит, теперь 17 по центру. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, вот они, 16, и 17 петлю, вот она, 17, и здесь у нас 19, мы 17 и следующую провязываем вместе изнаночной по узору. Так, поворачиваемся, теперь вяжем опять средние, то есть мы будем вязать средние 17 петель, и каждый раз цепляем отсюда по одной петле, теперь вернулись. Цепляем отсюда одну. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и опять 17 и 18 провязываем вместе. Здесь забрали мы отсюда с боковушки одну. Теперь внимание, девчонки, это не так, как классическая пятка. Мы сейчас вяжем средние 17, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И сейчас, девчонки, что мы делаем? Мы вот цепляем за ту же самую петлю и провязываем вместе изнаночной. То есть мы цепляемся два раза за одну петлю. При вязании пятки это бы было следующую петлю, а мы, то есть через раз, один раз мы берем следующую петлю, один раз мы в ту же петлю. Потому что, я вам сейчас объясню почему, потому что это не платочная гладь, не чулочная гладь, это полупатентный узор. И тут несоответствие высоты и ширины, поэтому мы вот таким вот образом это будем компенсировать. Теперь у нас вот эта петля и отсюда, из той же петли предыдущей, вот мы поднимаем. Сейчас я вам еще раз мы пройдемся. Так, это мы провязали 4 ряда. Теперь у нас следующий. Мы уже будем следующую петлю провязывать. То есть здесь уже видно вот эти центральные 17 петель, которые мы вяжем. Так, последняя петля. Теперь мы цепляем, то есть соединяем со следующей петлей, провязываем вместе в лицевом ряду. И в изнаночном ряду то же самое. А следующие два ряда мы вернемся в ту же петлю. Ой. Видите, я вяжу из одного клубка в три сложения. Если вас интересует этот способ, я оставлю ссылочку под видео в описании. Есть у меня видео. Так, вот здесь со следующей петлей последняя петля и петля из боковушки провязали. То есть по одной петле мы подняли, потом вернулись в эту же петлю, вернулись в эту же петлю. Теперь мы потом следующая петля еще одна. И потом мы опять же, сейчас мы опять же в эту петлю. Далее я рисовать не буду, я думаю, это понятно. То есть один раз мы присоединяем отсюда, один раз мы возвращаемся сюда. Сейчас я возвращаюсь, то есть вот эту петлю пересняла и вернулась вот на петлю ниже, и сюда присоединила, то есть в одну и ту же петлю. И теперь с этой стороны то же самое. И здесь, отсюда, снизу. И все, в следующих рядах я буду присоединять уже следующую петлю. Так, вот так вот это выглядит, девчонки. Конечно же, не так, как пятка, но нам это и нужно. Вот, чтобы это все у нас одевалось на лоб.
Так, еще что хочу сказать. Последние 5 петель я здесь присоединяла, вот когда по 5 петель осталось с каждой стороны. Я присоединяла в каждом ряду, то есть не делала как бы двойной захват, так как здесь, только здесь я это делала. И теперь у меня остались вот только вот эти вот. А нет, у меня еще одна петля здесь. Да, все правильно. Да, я уже вывернулась, видите, что я уже на той стороне. Сейчас мы наберем по кругу петли. Сейчас я этот ряд последний провяжу. И потом наберем петли по кругу и обвяжем. Так, все, последняя петля. Теперь с этого ряда, теперь я беру вот эту вот спицу и уже буду вязать резинкой 1 на 1 тонкой спицей. Я провязываю вот эти вот петли 17, которые у меня по центру. Теперь из каждой кромочной по одной петле по узору. Смотрите, здесь изнаночная у меня, значит, лицевая и изнаночная. Это для того, чтобы шапка у нас была двухсторонняя, чтобы мы ее могли носить на обе стороны. Так, сейчас посчитаю, сколько. 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24. И вот здесь вот нужно добавить еще одну лицевую, потому что здесь у нас изнаночная. Я ее добавлю отсюда, из этой же лицевая. Так, здесь у меня чуть подраспустилась. Провязываю эти 9 петель. Изнаночной тоже резинкой. Все у нас здесь уже пошло резинкой по кругу. Здесь тоже одну дополнительную провяжем, лицевая, изнаночную, лицевая, изнаночная,
изнаночная, лицевая. Все прекрасно у нас получается. Изнаночная, лицевая. И начинаем тут с изнаночной. И по кругу. По кругу вяжем резинку 1 на 1. Спицы у меня 3 миллиметра. Это понимаю. Да, 3 миллиметра, девчонки. Все, вяжем по кругу резинку 1 на 1. Так, давайте посмотрим, сколько я провязала. Раз, два, три, четыре, пять, десять, 12 рядов. И тут вы можете корректировать на свое усмотрение. Смотрите, какой, как бы, какую форму принимает. И закрываю я петли по узору. Девчонки, уже начала, потому что ночь была, я не снимала. Ну, я думаю, тут понятно все резинкой провязать и закрыть. Я вам сейчас покажу. То есть провязываю лицевую, одеваю предыдущую петлю, провязываю изнаночную, одеваю предыдущую петлю лицевую, одеваю изнаночную, одеваю. Так, по кругу. Хорошая моя, теперь я сейчас вам его промерю, покажу вам внутри, снаружи. Вот такой вот шлейф. Значит, общая длина у нас 50 сантиметров, сама голова у меня 27 сантиметров, 28 сантиметров, ширина вот здесь вот 20 и здесь 21. Вот. Можно носить, конечно же, и на эту сторону, и, ну, конечно, красиво, этот узор красив на вот эту вот сторону. Вот. Вот такой вот шлемик у нас, такая балаклава сегодня, девчоночки. А и на сегодня я с вами прощаюсь, еще я обработаю и покажу вам фотографии. Так вот, если натянется, то, в принципе, резинка выровняется. Все, девчонки, на сегодня все. С вами была Вика Шкуларь-Поделия. Всем пока.